Мы играем сегодня радужный челлендж. Я замисплеил название опять, но неважно. Сегодня играем радужный челлендж. У нас 12-е возвышение. Мы не прошли его. В прошлый раз играли за бейсбол, но сегодня дефект. На самом деле дефект, по-моему, самый сильный из персонажей в радужном челлендже. Он так хорош, потому что у него есть все, кроме сфер. И у него очень понятно, какие карты убирать. Убрать ему шок и разряд, и у него доступны самые такие универсальные, самые лучшие карты. И он очень хорош. Поэтому мне он нравится. Можно еще сразу пойти на релик босса, но... Так, преобразование карт не работает. Случайную редкую карту можно взять. Зависит от того, как я хочу сыграть. Но случайная редкая карта — это будет карта дефекта. Окей, у нас выбора-то нет. Либо максимальное здоровье, либо релик босса. А надо выдать осколок, да, точно. Выдать осколок, все, теперь настоящая игра начинается здесь. Ну и вот, если я хочу пойти, например, на элитку, то это вот так, через магазин, если на огненную. А релик босса можно, но там может выпасть шкатулка, и как-то это не очень хорошо. Пойду я на огненную элитку, я посмотрю. Если будет билд хороший к этому моменту, я пойду на огненную. Если будет плохой, мы свернем и пойдем вот так через трех элиток. Костры, в принципе, тоже нормально. И огненную придется отложить. Но, ну, я думаю, не катастрофично. Ну да, шкатулка — это очень плохо в радужном челлендже по понятным причинам, потому что ты не можешь разыгрывать карты дефекта, а шкатулка даст тебе все карты дефекта, и будут проблемы с зелье регенерации. Окей, это очень-очень-очень сильно увеличивает наши шансы на то, что мы пойдем на огненную элитку. Особенно на стражах это шикарное зелье. Ну, конкретно на самих элитках зелье дает мало, но ты можешь пожертвовать здоровьем ради того, чтобы пробиться через них. Ну и как вечная агония, коленом в лицо, лучевой ячейка в бан. Кто босс? Босс Гекса. Против Гексы коленом в лицо, наверное, лучше, но агония кайф. Именно на элитках агония очень хорошо. А у нее нет минусов вообще никаких. Ну и убрать карту из колоды, наверное, сдвоенный разряд начнем сразу убирать. Не буду я убирать удары, шок, сдвоенный разряд в радужном хуже намного. Ну а шок лучше, чем сдвоенный разряд по понятным причинам. Я думаю, да, сдвоенный убираем. Хотя на том же гремлине может помочь, но... Я иду в бои. Я нам буду фармить. Давайте сразу вечной агонии перевернем двух чуваков. Хотя надо было переворачивать ударом, но я думаю, это не столь важно. И здесь я могу сделать килл, но я получу 2 урона. Или я могу заблочить все и получить 4 урона. Но я думаю, очевидно. 2 урона в этом бою нормально, немножко невезение, но, опять же, все в норме. Колено — это энергия, я согласен. Колено — тоже хорошая большая штука, но агония как-то вот бурст такой прямо здесь и сейчас. Хотя колено в лицо — хороший вариант, не знаю. Ну вот здесь уж дальше не так радужно, потому что что стиснуть зубы, что оглушающий крик — не так нам хорошо подходят для элиток. Но в частности, стиснуть зубы очень плохо на стражах. Ужасно на стражах. Ну и вообще, раны плохо. Раны очень плохо. У Латоноса конкретно раны не так плохо. У него есть много методов сжигания карт. У него взаимодействие с ранами есть. Ну, а радужному персонажу нам сложно будет с ними что-то сделать. Наверное, оглушающий крик лучше. Если уж что-то брать, то оглушающий крик. На стражах бесполезен. Крик плохой на всех элитках. Абсолютно на всех элитках трех. Крик очень плохой. Но крик очень хороший на боссе. Но сейчас о боссе речи не идет вообще. То есть про босса пока забываем. У нас сейчас более серьезные проблемы. У нас сейчас раз, два... 3-4 элитки. Крик сильнее обороны. Да, но нам не нужно что-то то сильнее обороны. Нам нужен урон. Только урон. И все. Защита.
Защита всегда не лишняя. Защита очень-очень лишняя в начале игры. Защита очень плохая в начале игры. Она бесполезна. Все элитки — это ДПС-чеки. Абсолютно все три элитки. Гремлин бафает, когда ты играешь защиту. Лаговулин тебя дебафает. И стражи флудят тебе колоду всем подряд. Но стражи немножко исключение. На них защита более-менее нормально прокатывает. На стражах можно отсидеться в обороне, но это и все. Скипну я, наверное, крик. Из-за того, что у меня одна атакующая карта в колоде — это агония. Я реально сейчас скипну эти карты. По-моему, это правильный ход. Ни одна из этих карт не хороша. Да. Прямо не нравятся они мне. Луч бы подошел, но он в бане. Ну и вопрос, хочу ли я пойти через магазин или через два боя. Наверное, в магазине я буду искать зелья для элиток. Потому что карты там не купить. На релик у нас денег нет. Значит, мы в магазине ищем зелья. Правильно? И все. Но зелье точно так же можно в боях попробовать выбить, да? С тем же абсолютно успехом зелье может выпасть здесь. Кстати, ужасная первая рука против зубастого червя. Мы просто офигенно словили в лицо. Неудачный старт. Окей, можем ли мы его добить? Да, мы его добить можем. И вот и зелье, собственно. Бесцветное зелье — это норм. Много забаненных карт. И коварный удар — это вообще не то, что мы хотим. Чё-то элитка становится все призрачнее и призрачнее. Ну ж не буду же я с серьезным лицом добавлять коварный удар в колоду, в которой ни одной карты на сброс, да? Это 12 урона за 2 энергии, и все. Он ничего не делает, вообще ничего. Ладно, скип. Как, не будешь? Не буду. Ты чего? Не буду я добавлять. Наверное, я здесь выпью зелье регенерации. И, в общем, будем мы на этих ребятах сидеть сейчас, пока не отхилимся полностью зельем. Не то, чтобы у нас много вариантов. Так, вечная агония пришла. Можно сыграть две вечные агонии на этого чувака. Хотя можно одну вечную агонию оставить, да? Но я против них, наверное, буду в защите сидеть. Давайте переворачивать обоих. Сферы молнии их добьет рано или поздно. Но я постараюсь сидеть в защите максимально долго. То есть, если мы не получаем урон, мы скипаем ход. И я отхиливаюсь. Что за баф ты выбрал вначале? 7 максимального здоровья. Вообще ничего такого интересного. Просто тупо 7 максимального здоровья. Ну и здесь мы получим 1 урона. Ну, отхилим 2. Еще осталось отхилить 1. Ну, не получается. Сфера убила. А, наконец-то. О, во. Вот теперь мы делаем что-то красивое. Слабое место решает проблемы с уроном в каком-то смысле. Медленно решает, честно говоря. Но брать его надо. Пинок вдогонку вариант, меткость вариант, но слабое место — это разгон. Меткость не автопик, заточек нет. Ну заточек нет, ребят, ну где заточки-то? Ни одной заточки. Радужный челлендж, вообще шансы маленькие получить заточки. Ну и, блин, страшно на огненную сейчас прыгать с такими картами в колоде. Так, чего я боюсь больше всего? Гремлина. Гремлин нас убьет? Ну, может быть. Может и нет. Билд на силу, без силы, конечно, это сила. Лаговулин нормально. Под него можно подгадать слабое место. Стражи лучше всего. Под слабое место стражи шикарно подходят, потому что они атакуют каждый ход. Соответственно, ну, никак не смисплеешь. Ну-ка. Ладно, погнали. Гремлин силой неплохо.
Так, ну ментальный взрыв у нас что сейчас ударит на 7, да? Можно с замыслом положить слабое место вниз стопки добора. Можно нанести 7 урона. Хочу ли я положить слабое место вниз стопки добора? Но в теории слабое место с тремя ударами, например, наносит 9 урона. За один ход. То есть слабое место, там каждый удар на 3 сильнее бьет. Но все остальное тут, конечно, очень... Не знаю, ребят, что лучше, удар или замыслом слабое место. Ну, даст 2 силы врагу, да. Но удар — это 7 урона здесь и сейчас, и никаких бафов гремлину. Есть такое дело, да. Шок, наверное, выгодно сыграть. Шок, да. Шок даст ему 2 силы, но это за 3 хода, это 9 урона, это может решить. Вечную агонию экономить есть ли смысл? Наверное, нет. Дамажем. Барону играть смысла особого не имеет. Окей, ну давайте так. Например, на следующий ход мы бьем мгновенный удар, 2 удара. Это 12 плюс 7 урона. Допустим, слабое место мы не вытащили. Это 12 плюс 7. Это будет 19. И 19 плюс 9. Это 28. Нам не хватает 6 урона. То есть либо еще одним ударом, либо через слабое место мы вообще-то делаем килл на следующий ход. Как мы не делаем килл? Если я вытаскиваю вот эту руку без слабого места... Стоп. Нифига, вот эта рука не делает килл. Вот эта рука не делает. Короче, если мы мгновенный удар не вытаскиваем, мы килл не делаем. Любые другие расклады делаем, да? Любые 5 карт из следующей руки делают килл. Кроме, если не вытаскиваем, слабое место. Ой, мгновенный удар. Мгновенный удар плюс 3 удара сделают килл. Но я могу вообще вытащить оборону, мгновенный удар, шок, например. Слабое место, удар. Вот так. Может быть. Тогда тоже килла не будет. Потому что будет 10, плюс 9. Это будет 19. Плюс 3. Блин, по-моему, обороны можно играть. Да, по-моему, обороны можно играть. Окей, все. Мы это сделали. Ноль проблем. Обороны в итоге отыграли. И хо-хо-хо. Вау-вау-ва. Че, говорите, рукава не помогают? А крон, как вам крон-циркуль в первой элитке? Не зря. Не зря мы с вами рискнули и пошли на элитку. Крон-циркуль. Вокруг этого можно строить колоду. Это типа баррикада. Ну, не баррикада, но типа баррикада. Но она очень хороша. Это кайф. Поклонение, блин. Защиту брать не хотел. Но я правильно сделал, что не взял защиту, потому что мы смогли элитку убить и получить крон-циркуль. Так. Ну, добивание есть вариант, как бы, который мне не нравится. И дело в том, что из-за того, что у нас есть уже защита, сила есть. Нужна ли нам божественность? Божественность. Нужна ли она? У меня сила. Это уже урон. Чтобы сейчас играть божественность, мне нужно 2 раза прокрутить колоду, чтобы в божественность перейти. Поклонение вообще работает, если у тебя нет 4 энергии? Или там глаза змека? Что-то мне не кажется, что она нужна. Я имею в виду, она выглядит крутой. Ну, типа, божественность, тройной урон, все дела. У тебя 13 карт? Но даже на боссе у меня не будет 13 карт.
Это, блин, ну ладно, давайте попробуем. А, и, наверное, я не пойду сейчас на элитку. Окей, мы точно не берем проклятие. Здесь либо стражи, либо лаговулин. На лаговулине божественность хороша, но я не думаю, что мы его убьем. Хотя зелье... Стойте. Зелье ловкости, это, блин, оно даже с кронциркулем неплохо сработает. Окей, лаговулин, на нем можно провернуть божественность. И теперь мы ждем. Мы ждем для того, чтобы, ну, максимально долго активировать божественность. Хотя, если я его сейчас разбужу, я сделаю слабое место. А прикиньте, на следующий ход слабое место и божественность. Уф. Давайте будить все-таки. Слабое место стоит того. Давай, божественность. Нет, нет божественности, но есть много урона от вечной агонии и всего остального. 20 урона в лицо, но есть зелье проворства. И вот сейчас мы можем сделать божественность. Погнали. Два удара это норм. Два удара норм. И будет энергия, чтобы сыграть здесь все. 27 урона удары. Жесть. Ну и добить не получается. Но... зельем не получаем урона. Нормально. Прикольно. Хорошо получилось. Красиво получилось. Лаговулина продаете? Нет, показываем. Красивая. Сумка готовности норм. Сумка готовности более чем норм. Сумка готовности очень хороша, когда ты пытаешься вытащить поклонение, да? Нет, я согласен. Божественность сыграла красиво. И во все тяжкие просто красивая штука. Кинжал добор, но во все тяжкие. Тут сброс статусов. 14 урона. Просто краста. Конфетка. И браслет в начале игры я никогда не откажусь. Теперь мы гарантированно не встретим всякой фигни. Ну и здесь, к сожалению, нужно лечиться. Вариантов нет. И мы никогда не встретим больше никакую фигню. Окей, мы встретим такую фигню. Найдем якорь. Якорь классно. Якорь с кронциркулем. Первый ход мне нравится. Ну и я вообще с ума сошел или нет? Нет, налево идти это сейчас слить нормальную колоду. Да? Пойдешь налево, сольешь нормальную колоду. Пойдешь направо, полечишься и не сольешь. Мне кажется, вот это перебор. Просто здесь уже может быть либо гремлин, либо стражи. Вот сейчас гремлин нас запинает, и мы не затащим его, ребят. Да, у меня появилось во все тяжкие. Но у меня появилось еще поклонение и слабое место. Вот эти две карты на гремлине плохие. И в прошлый раз на гремлине нас спасла зелька, если вы помните. Зелье белых карт, без них никак бы не затащили бы. И я считаю, что в данный момент нужно немного свернуть с пути истинного и пойти сюда. Направо, здесь просто хил, и все, мы в безопасности. И вот на эту элиту мы пойдем. Если там будет гремлин, у нас есть запасы. У нас есть здоровье для того, чтобы не получить в лицо от него. И что на греблине, что... Ну, на стражах якорь хорош был бы, да? Ну, здесь, понятное дело, я не буду играть поклонение, нет смысла. Мародер быстро сносится и так. Можем мы тебя убить? Ответ. Да, более чем. Первый ход. Жир змека. Хорошее зелье, обожаю. Мое любимое зелье. Железная воля, боевой клич, стальная волна. Кайф, да? Все три кайфовые штуки. Ну, я сейчас смотрю на железную волю и такой, а в принципе неплохо-то железная воля. Красиво, да. Защита, урон 2 в одном. Кронциркулю. Клич очень хорош, когда есть добор. Без добора клич не очень хорош. С другой стороны, урона у меня вроде как хватает. И так за счет силы и божественности. Может быть, есть смысл взять железную волю и перед лаговульным ее вообще проапгрейдить, чтобы сжигать раны.
Наверное, я возьму стальную волну. В радужном челлендже мне стальная волна больше нравится, чем раньше. Ну и вот, кстати, на этом чуваке отлично зайдет стальная волна. Что вы думаете насчет того, чтобы жир змека здесь сыграть? А вдруг поклонение очень дешево? Нет? Че нет-то? Сыграть удар во все тяжкие шок? Плохая идея. Да ну а вдруг? Ладно. У нас есть хорошие карты, чтобы разыграть первый ход. Не будем. Окей. Не вытащили слабое место, к сожалению. Ну, может быть, теперь, когда слабое место впереди, его надо играть и поклонение. Так, 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 например. И вот теперь слабое место. А? Хотя поклонение нам нафиг не нужно, да? Слабое место за 3 будет бесполезно. Привет, Fallen. Привет. Минутку, глаза раздражены. Удачи тебе на стриме в жизни. Хорошего настроения, море позитива. Походу, я буду слушать только. Спасибо большое, что ты забежал написать в чат. Да, конечно, если у тебя глаза болят, то выздоравливай. Осторожно. Не надо смотреть. Смотри там, слушай, если что, но отдыхай глаза. Я помню, что ты лечил глаза, поэтому... Надеюсь, тебя побыстрее пройдет. Ну и вот у нас подстава все-таки. Ну что, слабое место надо вообще использовать или нет здесь? Мы его должны убить, окей. Слабое место, 2 обороны. В итоге мы получаем немного, и мы должны убить его. Да, отлично. Все, а жир сэкономили. Карманные часы, такая хорошая реликвия. Просто топчик. Это релик-пушка. Я его все время мисплею, я про него забиваю. Но иногда он будет сам собой активироваться. И он будет хорош. И хилиться мы не будем. Меч-бумеранг. Окей, оглушающий крик, второй раз я его скипаю. Я об этом пожалею. Я очень сильно пожалею об этом. Но меч-бумеранг и сила, поклонение, это миллиарды урона. Все. Вот мы сейчас берем меч-бумеранг, и нам больше не нужен урон вообще. Я второй раз скипну сейчас оглушающий крик ради меча-бумеранга. Ну, это такие тонны. Это будет шотать все. Иногда. Иногда не будет. Но оглушающий крик я скипну. Ну, вот... И мы не будем здесь лечиться, потому что это у нас... Я думаю насчет апгрейда меча бумеранга. Но знаете, какой классный апгрейд? Поклонение. Ты его не играешь, ты его оставляешь на тот ход, когда оно будет хорошо заходить. Поклонение просто мастерский апгрейд. В каком-то смысле оно перестает мешаться в колоде. Ну, первый ход мы его играем, без вариантов. И да, оно очень-очень хорошее будет. Добор за счет карманных часов. Ой, просто сколько добора. Ну, урон в лицо идет, ну, кому сейчас легко. Делаем силу. И делаем стальную волну. Вечную агонию я сыграю одну. Ну, и, наверное, просто во все тяжкие, да? Хотя не сожжем бремя возвышения. Но это так много урона. Да, вечную агонию я одну оставлю на случай, если будет наследное поклонение. Так, здесь все очень просто. Так, так, так. И мы ждем, собственно, следующее поклонение. Желательно с большой рукой атак, чтобы нанести весь урон. Слабое место отлично работает. Также минус одна вечная агония. Сколько есть защиты. И, наверное, снова во все тяжкие на 20 урона, да? Опять потеряем бремя возвышения, ну... Ладно, поклонение на следующий ход у нас есть. И правда нет много атак. Но есть меч-бумеранг. Выпью я, наверное, зелье атаки сейчас. И... Меч-бумеранг как 3 атаки. Да, это очень много урона. Давайте зелье атаки. О, мой бог. Ладно. Окей, мы точно используем здесь поклонение, потому что метеоритный дождь. Привет, 90 урона.
Привет, меч-бумеранг. И ты мертв? Я использовал зелье атаки. Это бан. О, нет, я это сделал. Я все-таки слил забег. Ну? Я знал. Я знал, что когда-нибудь я это сделаю. О. Хватит мисплеить. Поздно. Все уже. Ну, дубль 2. Такой был хороший забег. Я забыл. Я просто забыл. Забег был офигенный. А это должно было случиться рано или поздно. И да. Ну, катастрофа. Я ничего не могу сказать. Ваше здоровье. Окей, в следующий раз все эти зелья мы выкидываем. В следующий раз мы выкидываем эти зелья. Я их не выкидываю для того, чтобы если вдруг релик выпадет на... Ну, без комментариев, короче. Давайте мне 100 золота. Какой забег был, блин. Ну и этот метеоритный удар даже не нужен был. Он был абсолютно не нужен. Мы бы и без него выиграли бой. Но я увидел метеоритный удар. У меня случилось помутнение рассудка. И я просто кликнул. Я знал, что когда-нибудь это случится. Окей, сфера слияния запрещено. Чат. В следующий раз ругайте меня, если я буду это зелье держать. Такие зелья надо выкидывать. Берем пинок вдогонку. Не берем непоколебимость, потому что стоек нет. Пинок вдогонку нормальный. Он хорош. Он хорош, тут ничего нельзя сказать. Пинок большой, красивый, рабочий. И даже здесь вот он играет прекрасно. Плюс и 4 плюс 3. Мы не делаем килл, но у нас есть блок. Еще один ход. У тебя 6 здоровья. You are dead. Почему бы просто не играть все карты? Окей, самопочинка в бане. Изыскание. Изыскание на самом деле прикольное. Это добор. Шло 12-е возвышение в челлендже. Вазлок до сих пор мисплеит зелья. Первый раз я смисплеил зелье, окей? Я первый раз мисплеил зелье с рестартом забега. До этого я мисплеил зелье атаки и защиты, но я доставал из них карту, а потом ее не играл, потому что вы меня останавливали. Это не первый. Второй? Значит, второй. Вот все-то вы знаете. Вот. Я после выходных. Я забыл. Мы идем на огненную элитку. Я буду здесь кликать. Получу ловец снов. Ловец снов. Работает или нет? Честно говоря, я не уверен. Так, ну здесь я заморачиваться не буду. Я, кстати, сыграю здесь две обороны. За счет молнии у нас все хорошо. Культист, привет. Зелье навыка выкинуть. Натиск. Точный удар, сплести. Что у нас? А говорят, третий даже. Может быть, и третий, ладно. Сплести, натиск, отточный удар. Отточный удар, билд на все удары. Че, выкинуть-то? Так потому что это радужный челлендж. Ну нельзя нам использовать зелья атаки и обороны. Нам нельзя использовать карты дефекта. Поэтому я и рестартанул тот забег, потому что использовал карту дефекта. А что с ней делать? Продать ее, что ли? Я их коплю, потому что есть ивент, который зелья требует. Там, где на релик может зелье поменять. И можно их использовать с махолетом, для того, чтобы хильнуться. Ну, ладно. Не буду тогда. Возьму я, наверное, точный удар. Нам это не идеально, но мы первые карты, которые хотим удалять, это сдвоенный разряд и шок. Поэтому удары, может быть, полежат в колоде. А берем отточный удар, ладно, погнали. Ну и этого мы делать не будем, понятным причинам. Ну что, билд на удары. Апгрейд на пинок вдогонку добавит нам 4 урона. Апгрейд на метнуть кинжал 3 урона.
Апгрейд на точный удар, фиг знает сколько урона. Пинок в догонку мы будем играть почти всегда, да? Зачем шок удалять? Ну, потому что с ним никаких синергий не делать, не сделать. С шоком. Он плохо работает. Я, наверное, здесь сыграю шаточный удар, а не оборону. Я получу, наверное, 10 урона в лицо здесь в первый ход, чтобы побыстрее слить первого часового. Колода маленькая, он будет нам быстро входить ее. И попробуем сдвоенный. Не повезло. Ну а что сделаешь? Зелье, наверное, надо было потратить здесь. Блин, сейчас нас запинают элитки. Неудачный старт. Окей, удар это хорошо, две обороны. Прекрасно. Зря зелье ловкости сразу не выпил. Хотя и толку от него не так много. Ну и стражи с дополнительным хп. Это очень неприятно. Окей, нам нужно на блок вытащить было. Мы его не вытащили. Пинок будет бесплатный. У нас будет две энергии. Можно сыграть удар оборону, можно сыграть сдвоенный разряд. Лучше, наверное, удар оборону. Да. Что-то мне подсказывает, что нам капец, Джонни. Угу. Отточенный удар не затащил. Зелье лечения? Зелье удвоения? Могучий ботинок. Воспламенение. Снова сила. Вот. Проклял я нас. Нифига, хилка. Отлично. Окей, хилка и манго. Синяя свеча. Не люблю синюю свечу, но... Есть два зелья. Лагавулин. Двойное воспламенение на нем надо будет играть, наверное. Будите, я его не буду пока. Сейчас сыграем один шок. Я думаю, двойное воспламенение наш ответ. Или одинарное воспламенение, а потом двойной точный удар. Двойной точный удар после воспламенения будет дополнительный 18 урона. Не, ну два воспламенения в итоге за пару ходов, я думаю, больше надамажит, чем 18. Все-таки плюс 2 урона на все атакующие карты. И проспайсил Гаулин. Ну и отточенный удар вот он по маяку слился, поэтому вообще хорошо. Я думаю, будем мы пить зелье ловкости. Да. Сейчас максимум уходим в защиту. Сидим и ждем разгона. Еще один ход надо продержаться. Фигово. Пинок вдогонку помогает, но килл мы здесь не сделаем. 7 блока и 2 удара. И сейчас просто надо добить. Ну что, отточенный, что 2 удара, без разницы. Делают килл. Отлично. Талон на питание. Было бы отлично, если бы здесь попался магазин. Не убей зла. Ментальный взрыв, коварный удар. Ментальный взрыв, а? Прошлый забег был лучше. Коварный удар на самом деле работает. Сметнуть кинжал. Но это одна карта. И на практике так тяжело его использовать. Не убей зла может пригодиться на самом деле. На данный момент... Коварный удар работает офигенно. Да где он? А, с отточенным. Блин, вот это единственный сброс в колоде. Он будет работать никогда. С одной картой, ребят. Ну окей, пассивный баф на отточенный, я вижу смысл. Это лучше, наверное, чем ничего не брать.
В этом согласен. Чашка — это офигенно. Если мы выживем. Грация. Окей, грацию мы можем взять. Так, шипастый слизень. Шел бы ты нафиг. Окей, грацию мы точно играем. Я точно играем. И постараемся, что ли. О, нет, ну ладно. Ну, не собьем мы его. 8 плюс 3. 11, он делится на 30. Стоп. На 34? Мы собьем его? Мы собьем, но на следующий ход будет катастрофа. Или не будет катастрофа. 33 он делится, да? 34. Наверное. 11 урона мы наносим. Это будет 36, 35. Нет, не поделим. Надо площадь. Не делили. Вот теперь поделим. Причем вот поделим мы его сейчас хорошо. Потому что так, 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 так. Вот 22 здоровья на следующую элитку. Мы, наверное, умрем. 34 больше половины. Но спайр, по-моему, всегда округляет в невыгодную для игрока сторону. То есть, если нужно делить на 33, спайр, по-моему, округляет в большую. Мне кажется, что спайр больше округляет. Хотя я не помню точно. Берем 2 здоровья. Че, не нужно так округлять? У него 67 здоровья. Как у вас 33 половина от 67? 33 плюс 33 66. Где еще один хп делось? Чат. Я, конечно, не математик, но... Тридцать три с половиной. Ну, округление нужно. Ладно, короче, неважно. Все равно не получалось. И мы умрем в этом бою. Что меня очень радует. Давайте попробуем этого не сделать. Давайте попробуем сделать так, так. И вот так, и сделать на следующий ход килл. Вытащить пару блоков и выжить. Коварный удар почти помогает нам это сделать. А вот и коварный удар. Добро пожаловать в мир коварного удара. Карты, которая делает ничего. Чаще всего. Окей, спайр всегда откругляет меньше. Окей. Ну, что я могу сказать по этому поводу? Коварный. Но мы не мертвы. Но очень близко к этому. По-моему, здесь нужно делать килл. Без вариантов. И либо играть грацию, либо играть оборону. После обороны я получу 5 урона. У меня останется 9 хп. Наверное, играть оборону и рассчитывать на шару какую-нибудь. На божественную шару. И мне нужно 2 блока играть здесь. Без вариантов. Поэтому я делаю так. Сбрасываю точный, потому что он бесполезен. И вот, собственно, и все. 2 обороны все еще есть. Но одна ворона, мы все еще живы. 4 здоровья. Вот тот коварный удар спасает. Коварный удар в последний момент. Так. В общем, сейчас мы сделаем, знаете, какой маневр. Мы сделаем так, мы сбросим оборону. Теперь коварный удар вернет 2 энергии. Знаете, что я хочу сделать?
вам не понравится. Угу. Сейчас будем играть в лотерею. Коварный удар сюда. Сдвоенный разряд. Играем в игру, нам повезет. Но, по-моему, это единственный способ для нас выжить. Потому что здесь 35 здоровья. Хотя... Я нанесу 16 сдвоенным сюда. 16 плюс... Тридцать пять минус девятнадцать. Это 1, это 20. 16 здоровья. Вообще-то нам это не нужно. Не, нам это не нужно, по-моему. По-моему, мы и так в норме. Потому что мне нужно только 13 урона. Да. Окей. Игрушечный махолет. Мы только про тебя говорили. Фу. Варлок. В новом Battlefield будет персонаж Петр под псевдонимом Борис. Отлично. То, что нам нужно. У меня тоже псевдоним Борис, кстати. Если вы не знали. Меня все так называют. И Тарас еще. Шипы Deus Ex Machina и безумие. Ну, Deus Ex Machina на самом деле прикольная. Это энергия. Она просто хороша. Безумие весело. Всякие точные удары можешь делать бесплатными. Шипы нам пока не нужны. Ну, они нужны, но они лишние. Мы сейчас думаем, чтобы на боссе не сдохнуть. Шипы офигенный урон? Да, нет. Такой себе урон. Безумие и Deus Ex Machina в принципе одинаковую задачу выполняют. На безумие надо апгрейдить, а Deus Ex Machina работает сама по себе. Дорогих карт много? Ну, две. Но безумие нужен апгрейд. Гоу без хилки на костре, все равно босс простой. Да, 4 здоровья, просто не получить 4 урона на боссе. Изи. Подумаю, что он на второй ход бьет. Безумие на весь бой, а Деус плюс 2 энергии. Вот я говорю, Деус лучше. Потому что безумие на весь бой, но чтобы оно стало на весь бой, тебе его нужно сыграть сначала. А без апгрейда оно, если не падает на карту за 2, оно в тот ход, когда ты его играешь, ничего не дает. Я возьму Деус. Deus Ex Machina. И парирование. Блок за 0. Да? Пойдет. С грацией самое то. Ну и вот как раз про такие ходы я говорил. Вот что толку здесь от безумия было бы? Вообще никакого. Кстати, привет коварному удару еще один. Мы вообще можем его сбить здесь? 18 плюс 6 плюс 3. 18 плюс 9. 27. У него 29 здоровья. Офигеть. Не можем. Ладно. Так, так, так. Так, так. Сбиваем его сейчас, чтобы не словить все дебафы мира. Но это похоже... Это похоже на F. Причем это похоже на какой-то F-заговор. Зато коварный удар в энергию возвращает. Смотрите. Две энергии из коварного удара вернули. Я бы не сказал, что у меня в колоде не было защитных карт, но они не пришли. А это все мне карма. Это карма за тот первый забег. Я уверен в этом. Игра наказывает.
Без уязвимости нечего делать билд на удары. Окей. Уязвимость. Алло, Почта России. Можно мне, пожалуйста, письмо с уязвимостью? Будьте добры. Так. Жертва принесена, мы отработали. Я думаю, мы отработали свою карму, и теперь можно честно идти за победой. 7 максимального здоровья за редкую реликвию. Я согласен. Птицевидная урна. Может быть, не та редкая реликвия, которая нам нужна. Но, возможно, та редкая реликвия, которую мы заслуживаем. В Раджином челлендже сложно найти таланты, по моему опыту. Поэтому, может быть, это как бы не идеально. Ничего страшного. Осколок? Я не выдал себе осколок, а? Интересно, если во время боя выдать, получим награду? Да, работает. Отлично. О, Танец клинков, парящие рукава, смертельный яд. Ну, заточки супер хороши. А яд вот сложно провернуть. Очень сложно яд провернуть из-за... Кубики посыпались. Яд очень тяжело провернуть. Проблемы с поиском катализатора конкретно. Ну, а яд без катализатора, он... Яд очень сильный сам по себе. Яд фиговый на гремлине. Но танец клинков тоже на гремлине не очень. Заточки сильны. Варлок, у тебя кубики только шестигранные? А что? Что за вопросы? Мало ли какие у меня кубики. Варлок, добрый день, ваш заказ принят. Ожидайте примерно 20 забегов. С уважением, Почта России. Отлично. Работает как часы. Яд лучше заточек на элитках первого этажа. Но на всех элитках, кроме гремлина и стражей, да, яд лучше. Ну хотя на гремлине и то, и другое плохо. Ну то есть на логовую линию он лучше, да. Ладно, давайте попробуем яд, пофиг. Гулять так гулять. Окей. И здесь мы получаем урон, но ничего страшного. Бум. Древнее зелье. Натиск. Подзарядка защитится. Подзарядка в бане. В глубокой бане. Натиск пока не очень хорош. Ну, защитится. Она очень хороша. Даже здесь. Но медлительно. Ладно, сейчас мы пойдем в магазин. Будем в магазине смотреть зелья для элиток. Можем ли мы тебя убить? 6-6, да. Хорош. Ладно, давайте. Ну и вот наш магазин. А зелье есть одно атакующее. Это жидкие воспоминания. Они разгонят раш быстро. Раш — это не не та карта, которая нам нужна. Кстати, манекен прикольно было бы в прошлый раз его. Наверное, лучше просто взять отблеск стали, да? Не выделываться. Наверное. Отблеск стали очень-очень-очень хорош. Но... Окей, тут позащититься оборону, но мы блочим. На этих чуваках надо блочить. Зелье артефакта поможет на гремлине. На гремлине зелье артефакта очень-очень хорошее. Мы здесь тоже блочим. Не торопимся.
Три воши, это, конечно, неприятно, но не смертельно. Защититься, раш, куда-нибудь сюда. Вот блеск стали делает скилл, у нас есть блок. Опять же, они пока не разгоняются. Куда нам спешить? Так, мы можем сделать килл гарантированно с ядом. Две точки, 12, 16 урона. Яд, 15 урона, 36 урона. Ну, они по-своему хороши, у каждой есть свои преимущества. Заточки, наверное, лучше. Я думаю, что заточки лучше. Ну, я для разнообразия. Может быть, катализатор найдем или что мы найдем. Заточки были бы намного лучше, а? Ну, получи подзатыльник за то, что пытаешься играть что-то новое и интересное. И на тебе облик демона. Идем на элитку. Лагабулин с силой. Сила не страшна. Ну и мы хотим сыграть здесь облик демона. Ничего лишнего. Просто скипаем ходы, ждем облик демона. Ну, явно надо было заточки. И мы еще и лечимся. Отлично. Практически идеальное пробуждение. Точнее, идеальное через три атаки Лагабулина. Защититься у нас есть. Все просто в шоколаде. Ну и мы тут не торопимся наносить урон. Мы блочим столько, сколько можем. Потому что мы будем урон апать быстрее, чем он нам будет дебафить его. Это понятное дело. Нам нужна энергия теперь. Ищем энергию и все. Защиту, энергию мы выиграли. Нам не нужны атаки. А, энергия? Нельзя, баф в бане это энергия. Явно заточки были бы лучше, окей? Я понимаю. Игра слушает микрофон и показывает, сколько карт работает с заточками и сколько карт работает с ядом. С ядом работает одна карта. Это катализатор. Все, а с заточками работает все остальное. Меткостью можно похилиться. Мы не берем таланты для того, чтобы хилиться, окей? Меткость 2 хп. Тут, ладно, ребят. Ну где-то надо проводить черту. Черта должна быть проведена здесь. Мы не будем хилиться меткостью. Карты на яд работают с ядом. Да, но с ядом та же проблема. Он только у безмолвной. Нет. Я не буду брать... И не буду этого делать. Окей, здесь, если нужно, используем взрывное зелье. Облик демона, кстати, не сыграть. Что очень интересно. Ну, ничего такого особо интересного. Но... Я вот близко стали, попробуем сделать килл. Да, давайте, взрывное зелье. Не буду я здесь экономить. Облик надо сыграть для отхила. Попытаться. Поэтому, блин, сфера делает килл. Ладно, не получилось. И парировать. Нам нужна защита. Стоп, просветление. Стоп. Просветление делает облик дешевле. Просветление делает защититься дешевле. Бери просветление, стань просветленным, познай Дао. Конечно. Пок. Просветление очень фок. Очень хорошо. И мясо на кости вообще фок. Мы идем на элиток, окей? Мы идем на эту элитку. И улучшение на облик демона. Просто и со вкусом. Изи апгрейд. Три силы вход. Бум. Облик демона за один. С отхилом. Просто облик демона. Просто сказка. Облик демона не щиплет глазки. Облик демона. Так, половина от 68. 34. Мне нужно получить 3 урона. Бум-бум. 3 урона в студию. Мясо has been activated. Красота. Можем ли мы сделать килл? 12. Да. Ответ да. Мясо активировано, отхил готов. И еще теперь парировать предлагают сокрушить суставы. Сокрушить суставы — это уязвимость, окей? Уязвимость — кайф. И знаете что?
сразу на нее апгрейд, да? Просто. Ах, можно еще просветление проапгрейдить. Ну, наверное. Наверное, не нужно. Апгрейд на сокрушить суставы так силен. Погнали. Он просто пушка. Вот он, сокрушить суставы. Поехали. Гремлин меня, честно говоря, не пугает. Может быть, зря, но я его не боюсь. Точно зря, надо было бояться. На самом деле, защититься против гремлина неплохо. Ну, на данном этапе. Пока мы без уязвимости. С другой стороны, зачем? Наверное, облик я на нем не сыграю. Я могу ее потом сыграть с просветлением. И шок я не буду разыгрывать в этот раз. Мы хорошо идем по урону. И мясо было активировано. А нужно ли мне играть облик? Раш, сдвоенный разряд. Потому что просветление его бафнет. Но мы отхилим 2. Раш, двойной разряд. Это 8 плюс 16 урона. Все равно маловато, да? Ладно, давайте облик. Раш. И не играть сдвоенный разряд. Сыграть защититься вместо этого сейчас. Во. На следующий ход сделать килл. Все. Всего лишь 8 урона. Ну и добро пожаловать в мир, когда ты набираешь кучу всякой фигни в колоду вместо нормальных карт. Ну, теперь-то мы точно сделаем килл, да? Можно даже не играть удар. Точно? Можно вытащить 1, 2, 3, 4, 5. Да ну, такого не будет, 100%. Не вытащим же мы такую руку. Видите, не вытащили. Чтобы были сомневающиеся, что ли? Купла дуву. Ну, плюс 1 силы, никогда не буду жаловаться. А вот и яд. Не. Здесь я, короче, буду сдержан. Я не буду брать этот яд с уроном. С обликом демона у нас есть весь урон. Ну, не нужен он нам. Ну, не нужен. У нас все нормально. Все нормально. Работает. Работает, не трогай. Вот игра стоит свеч, вот это другой вопрос. Игра стоит свеч, это очень красиво. Прокрутка колоды. Босс Гекса. Я думаю, что я скипну. У меня есть раш, у меня есть вот блеск стали, у меня есть суставы. Не нужен мне, не нужен мне нож. Я возьму игра стоит свеч. Я буду сдержан, я буду осторожен. Я буду... свои эмоции держать в себе. Не буду всякой фигней заниматься. Окей, меня сейчас просто... Нужно выпить зелье артефакта, а? Самое время. Пошел ты нафиг. На тебе раш. На тебе сдвоенный разряд. На тебе удар. На тебе отблеск стали, на тебе еще удар. Окей, зелье можно... Нет, зелье нужно было пить. Все правильно. Так. Дротики. Дротики работают силой. В каком-то смысле. Дротики — это вариант, а? Слабое место не вариант. У нас достаточно силы. Облик демона даст нам всю силу. Дротики варианта. Это прокручивающаяся атака. У нас остаются две атаки, которые мы добавили в колоду. Всего-то. Я добавил в колоду две. Все-таки всего две атаки. Как слишком много? Две. Две, ребят. Это все не атаки. Вот это все не атаки. Это не атаки.
А удары мы будем удалять. Яд не атака, яд это навык. Нифига. А? Как вам такая вечеринка? Плюс у нас всегда в руке защититься. Так что... Мне кажется, что дротики хороший план. А, может быть, даже апгрейд на них хороший план. Возможно. Вообще защититься хороший апгрейд. Игру проапгрейдить. А хотим ли мы ее апгрейдить? Или мы хотим, чтобы один раз сыграли и все? Хочу ли я ее в колоде на постоянку иметь? Rush. Ну, Rush уже не актуален. Rush не актуален, ребят. Нам сейчас урон нужен в этом бою будет. Просветление плюс апгрейд на защититься. Кстати, да. Ну, я не уверен, что он нам нужен. Я думаю, что дротики хороший апгрейд. Все-таки это именно этот урон сейчас нужен. Гексу надо ДПС чекать. Какой хороший первый ход, а? Так, думаем, хочу ли я играть игру или мне нужно защититься на следующий ход. То есть, если я играю игру, я пытаюсь вытащить облик. Если я оставляю карты, я защититься оставляю на то, чтобы блочить первую атаку Гекса. У нас баф от силы, чем нам эти два урона? Эти два урона, чтобы быстро убивать элиток на втором этаже. У нас есть зелька, это правда. Давайте, наверное, зельку. Окей, не буду я экономить зелье. Защититься оставлю, все остальное сброшу. Ну, и собственно. Это лучше, чем было. Мы разогнали раш немного. И не вытащили облик. На самом деле это хорошо. Потому что теперь я могу сыграть дротики, которые, кстати, наносят 7 на 4 урона. Это много урона, чуваки. Это очень хороший урон от дротиков. И было для нас не особо круто, много всего. Ну и облик нужно играть. Без вариантов. Разгоняемся. 6 урона в лицо, но облик сыгран. И Гекса на таймере. Окей. Просветление здесь просто шикарно. Потому что дает нам сокрушить суставы, дает защититься и дает раш. Полный блок. Блин, просветление хорошая штука. А стоит ли мне играть игру здесь? Ну, по-моему, нет. Меня устраивают мои карты. Два удара. Особо ничего лучше ударов у меня особо нету. Да, я думаю, что я играю здесь два удара и оборону. Нормально. Мы разгоняемся. 10 силы уже. Просто. Здесь яд, удар. А, вот этот ход будет больно. Не поспоришь, сейчас будет неприятно. 16 урона. Это плохо. Дротики 19 на 2. Жесть. Окей, так. Так. И барабанная дробь, 6 хп. Изи победа. Ни секунды сомнений. Стальные нервы эффекта. Адреналин во все тяжкие и поиск. Во все тяжкие плохо. В этот раз во все тяжкие плохо. Мы хотим оставлять защититься, мы не хотим его сбрасывать. Берем адреналин. Адреналин так хорош. Поиск бан. Поиск бан. Адреналин не бан. Адреналин апгрейд. Адреналин это очень хорошо. У нас есть просветление. Просветление.
Чат. Чат, у меня есть вопрос. Вы что? Вы что, хотите жить вечно? Погнали. Мы идем, мы делаем это. Окей, у нас есть глаз, который может быть руиной, может быть просто бомбой. На данный момент он больше похож на руину. Ну, неважно. Что нам дает глаз? Ну, дает бесплатные карты иногда. Плюс он отлично работает, например, с обликом демона. С обликом демона глаз шикарен. Как вам облик демона за один, а? Что насчет такой вечеринки? И, кстати, знаете, что нам стоит делать? Нож для писем активировать почаще. Просветление за 3, правда, не супер хорошо. И адреналин с глазом не так уж хорош. Ну, не так плохо, на самом деле. Лично у меня глаз все время дает карты за 3. Я не знаю, почему. Окей, отблеск стали тоже не супер крут с глазом. Но мы можем... О, дротики с глазом! Посмотрите на это. Вы видели? 9 на 4. Потому что добор. Глаз дает добор. И с добором дротики становятся супер сильные. Но теперь к выбору карт нужно подходить внимательно. Нам нельзя пикать всякую фигню. Нам нужно брать только супер имбовые карты. И супер имбовые релики тоже. И нужно удалять. Сейчас мы очень занимаемся сильно с удалением. Ну, по реликам здесь все фигня. Наконечник пера можно, но давайте не будем. Удаление, я считаю, сейчас важнее. Так, давайте смотреть, что нам нафиг не нужно с глазом. Вообще. Ну, игра не так хороша. Хотя удары, наверное. Сдвоенный разряд хуже ударов. Но сдвоенный разряд активирует дротики. Отблеск стали. Не так хорош. Что лучше, отблеск стали или удар? По-моему, отблеск стали все равно лучше удара с силой. Шок хуже всего. Шок и сдвоенный активируют дротики. Но не работают силой. Активатор дротиков. Что лучше, активатор дротиков или просто карта? Яд не трогаем, яд пускай лежит. Нормальная карта. По-моему, шило на мыло, но у меня еще нож для писем. Нож для писем — это 5 масс урона, поэтому, наверное, удары все-таки хуже. И дайте посмотрю на путь. Вот еще один магазин есть, если я на элитку пойду. Может быть, зелье удвоения для элитки? Или огненное зелье? Давайте не будем жадничать. Куплю я нам огненное зелье. И попробуем завалить элитку. Можно без элитки? Ну, так-то можно, конечно, и без элитки. Но так ли это весело? Вот вопрос в чем. Так. Хочу ли я играть здесь отблеск стали? Я играю отблеск стали и не играю оборону. Но я получаю шанс сбить чувака, если вытащу что-то очень дешевое. Дротики сейчас первый ход что-то не очень хороши. Переедь влево. Переехал влево. Все равно с глазом умрем скоро. Отставить панику. Я считаю, что это все... Все нормально, чат. Главное верить в себя. Бери рукава. Нет. Рукава — это моя единственная сила. Все, что у меня осталось. Не отбирайте у меня последнее. Окей, дальше будет просветление. Могу ли я сбить птицу? Раз, два. Нет. Знаете что? Тогда игра стоит свеч. Бум. Просветление за 2. Немножко невыгодно. Но дротики атакуют 5 раз. Посмотрите, какая красота. Дротики сбивают.
Вау, классно. Ну, кроме этого я сделать, конечно, ничего не могу. Поэтому, да. Может быть, глаз все-таки руинища? Но в теории он же должен быть неплох, да? В теории глаз должен быть рабочим. Но почему он у меня никогда не работает? Okay. Просветление делает раш за один. И чего? Зато мясо есть. О, дротики. Не туда стрельнул. Ну, неважно. Дорогие карты. Нужны дорогие карты. Силовая волна. Дорогая карта. Арсенал. Просто хорошая карта. Арсенал с глазом особо хорош. Улучшенный арсенал. Но волна топ. Да. Волна с глазом вообще топ. Возможно, нужно элитку будет обойти. Я не знаю. Сейчас посмотрим. Но есть одно исключение, которое меняет все правила. Некрономикон с глазом. Это им бище Инхиридион не играбелен в этом челлендже. Пошли дальше. Забыли. Груша, 10 максимального хп, нормально. Элитка или не элитка? После элитки я смогу удалить карту. Что я буду делать еще после элитки? Пойду на еще одну элитку. Потому что выбора нет. А, у нас есть два зелья. Это хорошо. Дело в том, что бои в этих краях не намного лучше, чем... Бои не намного лучше, чем элитки. Бои капец жесткие. Окей, вот эти ребята на самом деле неплохо, если я не вытащу полную руку за ноль. Но просветление... Просветление... И адреналин... И удары за ноль. Это хорошо. И отблеск стали тоже можно сыграть, например, сюда. Сокрушить суставы не так хорошо, как хотелось бы, но работает с ударами за ноль. Теперь сюда сокрушить суставы. Удар. Зелье. И еще удар. И это зелье. Нормально? Могло быть хуже? Кунжуточка, спасибо большое за рейд. Окей, ладно. Ну, у меня все карты стоят как... Они все стоят 2 и 3. Они не стоят 1, они не стоят 0. Окей, ладно. Клинок, облик демона стоит сейчас столько, сколько нужно, чтобы он стоил. Силовая волна тоже дорого. Я начинаю замечать, что с глазом у меня как не... У меня как не расклад, так могло быть хуже. Первоочередной ответ. Я понимаю, что это заметная фигня. Типа, если ты постоянно говоришь, могло быть хуже, возможно, в твоей тактике есть некоторые проблемы. Искусство войны. Ну, с глазом пригодится, когда будут ходы, когда которые ты ничего не делаешь, неплохо. А в третьем облике демона мы играем, а? Тоже что-то в этом есть. Третий глаз, предсказание 5 карт. Ну, берем, будем прокручивать колоду и будем счастливы. F репка. Мне еще надо будет еще одну элитку убить.
Не знаю насчет, что нам нужно, удаление карт или лучше, может быть, или защиты просто купить тупо. Удаление карт хорошая штука. Я думаю, это должны быть удары. Да ладно, минусуем удары. Ну. Ах, как я не хотел тебя видеть здесь, чувак. Не, просветление норм на самом деле. Просветление дает нам облик демона и дротики здесь. Да? Защититься за 2. Адреналин за 0. Нифига себе. Что за праздник-то такой-то? Так, еще добор. Что у нас есть? У нас есть силовая волна. Ну, силовую волну нужно играть. Кстати, искусство войны, спасибо. Оборону за 0 нужно играть. Что у нас еще есть? Защититься. Просто защититься. 12 блока. Это не 18 блока, но это норм. Окей, прекрасно. Делаем сокрушить суставы. Третий глаз за 0. Мы хотим пролистать это. Наверное, раш хотим пролистать. Он у меня не разогнанный, да? Вот без стали. А что я хочу тогда вытащить? А фиг его знает. Хотя раш, наверное, осталось. Оставить надо было. Дротики я хочу вытащить точно. Дротики супер сильные. Все еще. И мясо сработало. А коварный удар, защиты нет. Хлестнуть поясом. На самом деле у меня есть сейчас силовая волна. Я не думаю, что хлестнуть поясом прям первая очередная задача добавить. Лучше что-нибудь более тяжелое добавлять. Коварный удар тяжелый, но он просто фиговый. Поэтому его я добавлять не буду. И статуэтка белого зверя. Супер хороший релик. Он нам давал победы. Ну и надо просто пережить эту элитку, что может быть проще. Давай, предводитель гремлинов, сливайся, пожалуйста. Окей, у нас есть дротики. 7 на 4 урона. Есть зелье слабости на предводителя гремлинов. Окей, так, 7 на 4. Если я сыграю дротики сюда на гремлина мага, а потом сделаю просветление, сокрушить суставы и могу кинуть здесь гремлина. Отлично. Окей, дротики на гремлина мага, просветление, сокрушить суставы, еще минус 1. Норм. Сняли обоих гремлинов, он точно не будет атаковать. Облик гремлина за 3. Ну ничего страшного. Это нормально. Мы превращаемся в гремлина. Облик гремлина? Я сказал облик гремлина. Эй, стример. Стример говорит слова. О. Да, облик гремлина. Окей, у нас есть удар за 0. Игра стоит свеч. Защититься есть. Кем? Я думаю, мы сыграем защититься. 5 масс урона. Удар за 0 сливает тебя. Можно сыграть рискнуть сыграть игру или сыграть защититься и не получить 12 урона. Знаешь что? Выбор очевиден, по-моему. Задача сейчас жить. О, дротики, посмотрите на их мощь. You under unlimited power. Теперь так. Я могу 25 урона по боссу нанести. Зачем торопиться, да? Просто добей этого чувака. Вот это пролистать, и мы сделаем килл на следующий ход. Да, он призывает, но у него 25 хп. Мы точно его убьем. Обриком, под обриком Глермина. Просто вообще никаких проблем не будет. Супер комбо! Махалет! Статуэтка белого зверя. Кстати, фруктовый сок прям сразу. Что может быть лучше? И джаггер. И мы берем чертов джаггер. Пофиг, берем джаггер. Я не знаю, что я хочу от этой жизни. Я знаю, что джаггер с урной, с глазом. Это то, что нам нужно. Я люблю джаггер. Джаггер моя слабость. И теперь я хочу на еще одну элитку пойти. Окей, знаешь что, давай не будем тупить. Давай отхилимся. Очень хорошо. Не будем брать ритуальный кинжал. И просто пойдем за апгрейдами. Ну не нужна нам эта элитка. Я могу сейчас сделать 2 апгрейда и с хорошим здоровьем пойти на босса. Все. Избиение было правильным выбором, но я люблю джаггер. Я просто люблю джаггер и все. Он так хорош. Когда ты много дефа играешь. Мы не играем много дефа, но нам бы стоило играть побольше дефа.
Босс неприятный, силовая волна против него сейчас будет не очень. У нас для этого есть яд. Я не могу скипать редкие карты лотоносца, вы правы. Не получается. Апгрейд на Джаггер выглядит на самом деле неплохо. Очень неплохо. И 110 золота за релик, третий глаз за релик. Зелья нет, как ни странно. Третий глаз плюс. Не, ну третий глаз улучшенный, не надо его отдавать. Рог Гремлина мы заслужили, мы только что Гремлина завалили. И давайте апгрейд на что-нибудь такое. Пускай будет просветление. Я не знаю, как оно работает с глазом змека, наверное, никак. Проверим. Вдруг оно будет контрить глаз змека. Я сомневаюсь, но я проверю. И чат, наверное, знает. И чат, наверное, скажет, что я идиот. Но в мою защиту. Окей, дротики нам не нужны. Мы ищем облик демона и Джаггер на следующий ход. Но в мою защиту я все равно бы стал сам проверять. Потому что окей, у нас есть Джаггер, есть облик Гремлина. И мы можем их обоих сыграть. Вы знаете что, я их обоих сыграю, пофиг. Играем Джаггера, играем облик демона. Гори все синим пламенем. Сдвоенный разряд, если я не могу нож для писем активировать, я играть не буду. На следующий ход плюс одна энергия от искусства войны. У нас украли фиговые карты, чувак. Силовую волну украл, она мне пока даже не нужна. И раш, кстати, разгоняется. Гейм, много дорогих карт, но есть и дешевые. Так. Так, яд всегда на автоматона, снимаем с него стаки защиты. И у нас все хорошо, у нас есть защитница. Кстати, ее я играть не буду вместо этого. Так, это пролистать, игру той свечи оставить, сокрушить суставы оставить. 5 масс урона мы блочим, 14, они бьют на 16. Рок под обликом гремлина, да, кстати. 13 на 4 дротики, офигеть. Давайте сделаем это. Да, чувак, до свидания. Кстати, рок гремлина сработал. Теперь мы играем просветление, сокрушить суставы, силовую волну. Бум. Красота. Ну и защититься. Просто защититься. Да. Отлично. Дротики снова показывают свою силу. Даже за 3. Пускай и за 3. Но это так много урона. О, мой бог. Плюс урок гремлина. Нужен мне раш на следующий ход. На следующий ход, может быть, не знаю, двояд накинем. Может быть, раш надо было скинуть. Но он нас не убивает под слабостью. Зато дротики. Ох, что они творят. А теперь так, а теперь так, а теперь так. Победа. Изи. Ну, как было уже сказано, я не могу скипать редкие карты латника. Запрещено законом. И берем проклятый ключ. И не открываем больше сундуки. Все. Сундуки не трогать, проклятие не брать. Баррикада без дефа. Да, она с глазом. Она с птицевидной урной. Ее можно сыграть за ноль. И похилить 2 здоровья. Пофиг, что у нее нет дефа. Сейчас найдем деф. Отставить панику. The деф будет найден. Давай ключ. Нет, ну мы открываем сундук под ключ. Нет, это понятно. Для ключа сундук мы открываем. Я имею в виду просто сундуки для того, чтобы брать релики, мы не будем открывать. Наоборот, набирай... О, и кукла! Кстати, проклятие для куклы, ну, без шуток можно брать. На самом деле. Чего вы смеетесь? А так-то можно вообще-то. Шутки шутками. А мы делаем килл? Да. И
Зелье удвоения — отличное зелье. Злоба — очень плохая фигня. Натиск — фигня. Самовозгорание — на самом деле хорошая карта, но нам сейчас не нужно. У нас есть глаз. Да, нам нужно взять ключ для сердца. Это все правда. Так. О, баррикада за 2. Кстати, баррикада даже себя сейчас проявит. Все, 5 блока на следующий ход, как с куста. Опа. Давайте адреналин сначала сделаем. Теперь джаггер. Теперь дротики сюда. Ох, какая красота. Еще блока. Тебе яд. Какого черта эта колода работает? Что происходит? Мы это сделали, чуваки. Блин, надо зелье пить. Да, в каждом бою надо использовать одно зелье. Окей, и больше уязвимости не нужно. Турбо все в бане. Идем через магазин, удаляем карты или покупаем имбы. Нет, ну колода же отлично работает. Кто босс? Босс Дону и Дек. Колода отлично работает. Беспредел ее может только заруинить. Нет никакого смысла брать беспредел в такую хорошую колоду, которая работает прекрасно. Поэтому я его возьму. Вы же не хотите жить вечно? Как скучно была бы эта жизнь. Скучно и неинтересно. Намного интереснее. Ну привет тебе, Варловлад. Давненько не забегал на стрим. Лови свежие новости. Помнишь, я говорил, что арендодатель не имеет претензий? Так вот, спустя неделю он мне накатал досудебную претензию на 750. Я поэтому пропал, общался с юристами, писал ответ на претензию. Отправил. Жду результатов. Байервульф, спасибо тебе большое за донат 404 с сердечком. Чё? Чё-то у тебя там жесть происходит. Капец. Офигеть. Претензия на 750к, ага. Ну. Надеюсь, что все у тебя хотя бы с этим нормально будет. Тут у тебя и так проблем как бы хватает. И без претензий. Очень жаль, что такое случилось. Надеюсь, что это решится. Да, тайминг ты попал, конечно, шикарно. Тайминг получился отличный. Спасибо тебе большое, Бервульф, за 404 с сердечком. Спасибо большое за поддержку. Благодарю тебя. Тайминг хороший. Я надеюсь, так же хорошо у тебя все пройдет с этим таймингом и со всякими претензиями. Надеюсь, все будет отлично. Спасибо большое. Что мы тут делаем? А, это следующий ход. Стоп. Это сбросить. Все сбросить, кроме джаггера. О, беспредел играет облик демона. И все карты у меня миллион стоят. Хелп. Окей, нам нужно силовую волну здесь сыграть. Не джаггера, к сожалению. И использовать жидкие воспоминания на дротики. У меня два навыка. Жидкие воспоминания на сокрушить суставы, может быть. Наверное, на дротики самое сильное, что у нас есть. Хотя бы так, да. Ну, это плохой бой для нас, в принципе, здесь. Окей, просветление, баррикаду, хорошо. Ну, баррикада, кстати, может помочь неплохо. Теперь сначала добор отблеском стали. И теперь раш.
защититься, играем, потому что баррикада. Баррикада в любом случае перенесет защиту на следующий ход. Джаггер. О, дротики сыгрались. Отлично. Ну все. Ну пошла жара. Живу, друзья. Работаю без выхода. Отдельное тебе спасибо за черную книгу. Волшебная игра просто. Очень помогает вечерний просмотр стресс снять. Ну и пиво, конечно. 49 день. Бэрвульф, спасибо тебе большое. С донат в 32 сердечко. Слушай, рад помочь, чувак. Рад помочь своей вот этой черной книгой. Мне тоже игра нравится очень хорошо. Жаль, что она такая. Ну как, не жаль. Это хорошо, что игра такая глубокая. Но она на Ютубе не может выходить постоянно. Потому что в нее нет смысла сидеть и играть там час или полчаса. В нее надо играть 2-3 часа. Поэтому она не каждый день на Ютубе выходит. Ну а что сделаешь, да? Ну не выходит и не выходит. В общем, не получается снимать так, чтобы каждый день у нас выходила черная книга на Ютубе. За что я приношу извинения. Но здесь я немного могу, не сильно могу на это повлиять. Тоже убрать вообще все другие игры, конечно, я тоже не могу. Поэтому, ну сколько выходит, столько выходит. Пиво, оно, конечно, вкусное, но с пивом смотри аккуратней там. Аккуратней. Осторожней с пивом-то. Спасибо большое, Бэрвульф, тебе за донат. Надеюсь, что у тебя скоро все образуется. И будет классно. Кстати, сегодня будем играть. Сейчас после Спайра будем играть в черную книгу. Я смотрю на удары Фесом и думаю, надо он нам, не надо. Честно говоря, нужны мне вообще атакующие карты, даже с добором. Особенно те карты, которые не 100-500 денег стоят. Ну, в смысле энергии. Все-таки глаз. Я думаю, нет. Я думаю, удар Эфеса мы его не проапгрейдим. И кстати, другие ютуберы делали 8-часовые стримы по книге, набирали на них по 10к просмотров. А на ютубе просмотры на стримах, во-первых, не так считаются, как на видосах. То есть чуть-чуть. Ну и этот, да, молодцы ютуберы. Очень рад за них. Очень хорошо, что такая хорошая игра получила много внимания и как бы взлетела. Я очень рад, потому что игрушка топовая. Игрушка просто огонь. Окей, нам нужно не набрать здесь всякой фигни. Только что-то супер хорошее. Даже поиск не хорош с глазом. Ну, тем более шок не хорош. Окей. Ивент хорош в плане того, что мы не набрались. И мы пойдем, наверное, в обход элиток. Не буду я рисковать. Оно нам не надо. Все идет хорошо. Колода работает. Я возьму сразу ключ. Пойду сюда. Здесь бой. Бой. Я зелье надо использовать. Только, наверное, не здесь. Это не то зелье. Йоу, Петр Диджитатор, спасибо тебе большое. Огромное тебе спасибо за 8 месяцев подписки. Большое спасибо. 8 месяцев, чувак. У меня, конечно, не прайм уже, но, как говорил Вовка из 39-го царства. И так сойдет. Спасибо большое за поддержку. Благодарю тебя. Окей, мы, наверное, с волну здесь сыграем. Не буду я играть. Облик демона баррикаду, хотя на этих чуваках, конечно, надо. Ладно, сейчас мы им 5 масс урона дадим.
Спасибо тебе большое за поддержку. Спамьте ваших бобров. Чат, будьте добры. Окей, вот теперь можно сыграть беспредел. Стоп. Так. Разрядим. Разрядим сферу. И так нормально будет. Оп, что это было? Что-то там сыгралось. Блин, все карты по миллиону, а? Ну, есть дротики. Дротики — это минус один чувак. Есть еще просветление за три. Ну, блин. Окей, отблеск стали. Вытащи мне защититься за один, хотел я сказать. Изи, благословление кузницы все так же не использовано. Мы получим много урона в этом бою, но я не знаю, что я могу с этим сделать, честно говоря. Мясо активировали. Хорошо, окей. Зелье мы пьем. Адреналин используем. Дротики. Вперед. Отлично. И мы можем сделать килл, по-моему. Да. Хотя можно было похилиться, надо было похилиться. Крещендо улучшенное. Окей, крещендо. Стоп, но с глазом. Крещендо с глазом. Оно будет стоить как крыло от самолета, но это все равно крещендо. А, беспредел, окей. Да. Чат, вы правы. Беспредел. Беспредел — это нехорошо. Давайте улучшать карты. Беспредел бесполезно улучшать. Баррикаду бесполезно улучшать. Облик демона улучшен. Силовая волна — неплохое улучшение. На самом деле неплохое. Все-таки 5 ходов. Это хорошо. Но с другой стороны, защититься мы играем постоянно, да? Вообще все время играем. Но силовая волна. Ладно, силовую волну потом перед боссом улучшим, если будет время. И здесь мне нужно брать ключ. Идеальное проклятие. Плюс один силы и абсолютно не страшное проклятие. Это я открывать не буду. Мозг. Думать. Ну и что, мы идем на элиток или нет? Нет, не буду я открывать. Не надо рисковать. Все идет хорошо. Почему не будешь? Потому что у меня ключ. И у меня нет магазинов здесь. Плюс один силы? Нет. Маленькая. Сундук маленький. Это маленький сундук. Нет здесь курительницы. Это обычный релик. От размера сундука зависит релик. Здесь какая-нибудь шняга. Ничего там нет. Нет там мумифицированной руки. Там обычный релик. А самый лучший из обычных — грушу мы уже вытащили. Груша даже необычная. Не зависит шанс? Зависит. Пойдем на элитку. Лучше на элитку пойдем. О, беспредел, облик демона, баррикада в первый ход. О май бог. Ну, кстати, баррикада не очень идет. По-моему, лучше защититься сыграть, да? Все-таки урон как-то в лицо получать не хочется, а? А защититься даст уязвимость. Я думаю, это лучше. Просто если бы я релик открыл... Варлок Агочелин чили бы вот это. С этим модом ни один забега, которые есть, будут, ну или этот выиграть хотя бы. А, вовремя ты донат-то кинул, Лок-Доги. Очень вовремя. Тут как раз 45 урона в лицо летит. Спасибо большое, Лок-Доги, за донат 666. Спасибо огромное.
окей, челлендж, не слить ни одного забега, или хотя бы этот выиграть. Окей. Ладно. Понял. Хотя бы этот выиграть, постараемся. Спасибо большое. Окей, мы играем в волну. Спасибо большое, Локдоги. Зелье удвоения, наверное, можно сыграть, но это заблокирует 5. С другой стороны, мне бы не умереть сейчас. Не надо, не надо играть в военный разряд. Спасибо огромное, Локдоги. Очень-очень большая поддержка. Просто, просто бомба. Спасибо тебе большое за 666. Чат, будьте добры, хайп. Окей, okay, понял, не слить этот забег. Локдоги, это победа для тебя. Не сливаем этот забег, очень важный момент. Просветление, раш, третий глаз. Ну, можно начать с третьего глаза сначала. Окей, мне нравятся все эти карты, в принципе. На следующий ход. Нет, на следующий ход нам не нужен урон. Окей, добор. А, стоп, я могу прокрутить до них. Я могу сейчас сыграть, игра стоит свеч. Тогда мне нужно сбросить это. Нет, защититься я оставлю. Так. Теперь сыграть араш. Игра стоит свеч. И вытащить дротики, которые бьют один раз. Блин. Ну ладно, план такой. Такой себе был. У меня до сих пор не сыграна баррикада. Что? Окей, неудивительно, что у нас проблемы, Хьюстон. Почему у меня до сих пор не сыграна баррикада? Никто, блин, не знает, а? Я думал, я ее сыграл в самом начале. Оказывается, нифига. Окей, просто убей его. Отлично. Боевая раскраска. Зелье богатыря очень сильная штука. Разлом, бан, святость, приговор. Святость плохая. Нет. Святость — это добор. Приговор плохой. А после этих слов всегда следует поражение? Нет. Сейчас будет победа. Сейчас будет победа. Разлом был бы классный. Но это карта дефекта. Святость — хороший добор. Окей, я не прав. Святость — норм. Ну и боевую раскраску на адреналин и святость. В принципе, два нормальных апгрейда. О! Минус плюс 10 максимального хп. Так, джаггер, баррикада, облик демона, беспредел. Беспредел будет покупкой в 10 максимального хп. Гей, беспредел руинища. Но беспредел неплох на самом деле. Адреналин норм. Но тоже не идеально. Адреналин за 2 это да. Беспредел с апгрейдом. Ой, адреналин с апгрейдом норм. Просветление. Просветление не даст максимального хп. Оно просто похилит. А Лего даст хил и максимальный хп. Баррикаду я точно не отдам. Окей, ребят, баррикада может спасти. Баррикада — это сейф. То же самое с ражем. Он не нужен, но он не даст 10 хп. Я хочу 10 хп. То есть выбираем между адреналином и беспределом. Только Лего отдаем. Синее не отдам. Нужно максимальное хп. По-моему, беспредел на самом деле в этой колоде беспредел норм. У нас нет ничего такого, что может заруиниться беспределом. Давайте адреналин. 93 хп, отлично. Идем на элитку. Апгрейд. Ну, теперь я улучшу силовую волну. Беспредел на самом деле с глазом довольно хорошо заходит. По-моему. Так, у нас есть просветление. Отлично. Смотрите, какая красота. Ох. Облик эхо за 1. Святость в добор. Окей, добор святости я смисплеил. Силовая волна. Бум. 5 масс урона. Добор святости смисплеил. Это, конечно, тупо.
получилось. Масс урона у нас нет, вот что у нас нет. Но есть защититься за 0 и дротики есть. И дротики с зельем богатыря есть. Ну... Надо минусовать этих чуваков. Конечно. Еще есть игра стоит свеч, которая фиг знает, что вытащит. Джаггер, нужен он мне, не нужен здесь. Наверное, не сыграю я здесь Джаггер, просто потому что я сейчас буду делать киллы вот этих ребят. Хотя, добора да есть. 50 урона в пустоту. 75 даже. Точнее, не в пустоту, но... Ладно, пофиг. Да, все-таки сыграю я Джаггер. Надо было тогда его раньше играть. Сейчас будет больно, но... У нас есть хилки. Баррикада хилка. Беспредел хилка. Раж не хилка. Сбросить это. Раш, хороший шанс килла молнии. Так. А, еще лучше. И беспредел пошел. Да, 25 блока нету, ну. О, сокрушить суставы. Дротики. Ох, как хорошо. И так. И что у нас еще есть? Отблеск стали? Отблеск стали килл? Отлично. Мы все-таки это сделали. Мы выбили ее, черт возьми. Мумифицированная рука. Отбросить страх, отбросить сомнения. Не было ее там. Не было ее в сундуке. Она была здесь, в элитке. На пути смелых. Истерику мы не берем, потому что беспредел. Еда. Варлок, я тут специально для себя переоткрыл Void Bastards. Крейгазм. Да, про Void Bastards я тоже что-то будем играть. Закончим книгу, будем играть Void Bastards. Наверное, зря я ее пропустил. Хотя бы посмотрим. Апгрейды. Rush. Отблеск стали. Блин, честно, апгрейдить нечего. Хоть... Обороны? Может быть, обороны? Я скачал королевскую битву со стилем лиги. Что? Я, по-моему, играл. Напомни название гидра. Что-то знакомое очень. Я играл в нее немножко. Варлок, а ты играл, кстати, Guild of Dungeoneering? Да, как ни странно. Очень старенький рогалик. Супер старый рогалик. Типа карточный. Еще до Slay the Spire был. Eternal Return? Не, такой не играл. Battle Royale. Баррикада с глазом дает ничего? Не-не, баррикаду не надо апгрейдить. Короче, знаете что? Добро пожаловать в мир, где апгрейдятся обороны. А, вот, я подумал про Battle Ride тоже, вот морковка. Вот я про нее подумал. Я подумал про Battle Ride. Окей, баррикада Джаггер на первый ход, это просто... Теперь смотрите. Джаггер, баррикада, беспредел, и у тебя все карты бесплатные с мумифицированной рукой. Это так хорошо. О, как это хорошо. Я просто в раю. Сказка. Так, что там беспредел сыграл? Теперь у нас есть просветление. И давайте сначала добор. И мы хотим попробовать силовую волну. Нет, силовую волну я пока не хочу играть. Тогда сразу облик. Но он сделал силовую волну дешевле. Но я пока не хочу играть ее. Так, это нам... Нет, яд нужен. Остальное ничего не нужно. Да, потому что силовая волна не сработает пока что. Нужно ждать, снимать артефакты. И вот как раз через сокрушить суставы их снимать нужно. Через яд. Ну и шара кончилась. Кончились таланты, кончилась шара. Сейчас будем получать в лицо.
Ну, кому же легко? Наверное, смертельный яд я здесь не сыграю. Ах, эти 5 блока. Чё нам эти 5 блока? Лучше сделать так, так. Ну, плохой ход, 30 урона. Но не то, чтобы мы там могли что-то сделать. Святость, давай мне добор. А, есть удар. Это хорошо. Осветление бесполезно. Но есть... Так, я могу сыграть оборону-оборону, либо оборону. Раздвоенный разряд. Наверное, оборону-оборону просто. Оу, на меня есть блок. А, беспредел, наверное, защититься сыграл. Какой молодец. Вот, время силовой волны, наверное, пришло. Сейчас, одну секунду. Сначала третий глаз. Мы хотим эти карты. Мы хотим сбросить вот это и это. Теперь я хочу сокрушить суставы. На деку. Я хочу отблеск стали. Раш на... Сначала силовую волну. Теперь раш на дону. Защиты явно не хватает. Защиты в колоду не хватает. Мы все еще можем вполне нормально так умереть. Очень, очень красиво можем сдохнуть здесь. Но, блин, типа, кому сейчас легко, а? 3 энергии. То есть я не могу сыграть оборону и защититься, что я бы хотел. Тогда я сыграю двойной удар чисто для активации ножа для писем, по большому счету. Зелья эти нам не особо помогут. Зелья богатыря я коплю на какой-нибудь большие красивые дротики. Мы мертвы, а? А зелья богатыря? Так, так. Так. Изи. О, нет. Защититься за 3. Спасите. Просветление. Просто убей его. Стреляйте в нее. Изи. Я даже не волновался, по-моему. Легкий бой. Ни на секунду мы не были на пороге смерти. Просто в одном миллиметре от смерти не были, нет. Никакого везения. No luck, just skill. Так, и я, наверное, хильнусь здесь. Это даст мне 13 здоровья. Но апгрейды нам, честно говоря, делать не на что. Фу. Магазин. Зелье. Какой интересный выбор. У меня есть зелье здесь и сейчас. Например, зелье защиты фея. Или я могу купить котел и поискать зелье в котле. Не знаю, насколько это хорошая идея. Слепоту брать нельзя. А, ослепление можно вообще-то, кстати. Зачем рандом? Ну, вы правы. Окей. Вот зелье ужаса нам не нужно. Вместо него... Вместо него можно слепоту купить. Вообще-то зелье ужаса можно оставить. Слепота нормальная. Это снятие артефактов. Да, она не будет стоить 0, но у нас, блин, и так ничего 0 не стоит. А снятие артефактов нужно. Окей. И мы хотим добор святостью, но нам этого никак не сделать. Окей. Играем беспредел, тогда святость будет без добора. Если только на рандом на шок не повезет. Я, наверное, не буду здесь играть дротики, чтобы у меня было больше энергии на следующий ход. Плохой ход. Ничего не могу сказать. Следующий ход будет больно. Просветление вроде как неплохо зашло сейчас. И мы пытаемся заблочить 40. Без ловкости и без ничего такого. Ну давайте пробовать. Окей. Это идеально, кроме вот этого. И ролем на этой игрой стоит свеч. Было бы идеально, если бы... Окей, это идеально. Потому что облик демона сделает джаггер дешевле.
Где мана делать? Джаггер. Дешевле мы играем Джаггер. Мы играем зелье ужаса для того, чтобы с этого чувака снять деф. Делаем так, так. Слабость. Мы не заблочили все, но мы заблочили столько, сколько это было реалистично, в принципе. Окей, чувак. Ты бьешь на 57. И повернуться я к нему буду слепотой поворачиваться. Поэтому сокрушить суставы сюда. Слепота повернуться. Баррикада делает карту бесплатной. Мы блочим так, мы блочим так. И нам явно не хватает блоков. Их просто нет. Но в мою защиту я брал вроде как все блоки, которые мне предлагала игра. Нормальная. Окей. Я делал это. Ну честно. Вы же видели. Но их не было. Что делать? Теперь есть блоки и не хватает одной атаки. Мне нужна одна атака, чуваки. Или нужно еще один прок ножа для писем и смертельный яд. Раз, два, три. Не получается. Не получается. Я не видел. Лок-доги не видел. Ну, верь мне. О, нет. Нет. Одного навыка не хватило. Одной энергии. Яд и шок? Кстати, чтобы шок в него попал молнией. Ну, мы выиграли бой. Победа несколько пирова. Диск с данными. Спасибо. Зелье таланта бесполезно. Так. Решающий момент. Чуткие инстинкты, ерунда, прилив сил. Прилив сил и... Пускай нам повезет. Я не знаю, на что мы его будем играть. У нас так-то играть его наш особо не на что. Может быть, ерунда лучше тогда. А я не знаю, на что мы прилив будем играть, ребят. На святость, на третий глаз. Для прилива нужна защита. Да, и либо его нужно апгрейдить, чтобы он тебе две карточки разыгрывал. А яд, да, по-моему, ерунда лучше. Ну и зелье таланта мы просто для отхила выпьем. И поехали. Сердце на вот на этом, на том, что у нас здесь. Окей, что мы хотим в первый ход? Ну, мы точно хотим сыграть Джаггер. Без вариантов. Плюс у нас есть ослепление, раш, сокрушить суставы. Джаггер, в идеале Джаггер бы и сокрушить суставы. И третий глаз, чтобы посмотреть колоду. Сокрушить суставы мне важнее или Джаггер? По-моему, Джаггер важнее. Потому что сокрушить суставы вряд ли я все равно буду много дамажить на следующий ход. Значит, Джаггер важнее, но если я сыграю Джаггер, не факт, что я сыграю третий глаз. Третий глаз мне нужен, чтобы вытащить деф. Третий глаз все равно сломается статусами, но... Слепоту точно. Джаггер упадет на... Главное, чтобы не на дротике. Но чтобы он не упал на дротике, надо дротики просто сыграть. Окей, ладно, давайте сыграем так. Смотрим, на что упадет Джаггер. Упал он на сокрушить суставы. Это на самом деле неплохо. Но не идеально. Пятьдесят урона мы не заблочим здесь, поэтому... А все... Все по три. Акция. Беспредел играем, пофиг. А у просветления еще, кстати, дается играть баррикаду.
Окей. Мы все еще живы. Феечка сработала, правда, это не идеально. Но мы живы. Ха-ха-ха. Мы мертвы. Ха-ха-ха. Подвисали? Нет. Ну. Да. Шансов не было вообще никаких. Да. Ну. Что я могу сказать? Защиты не хватило. Это был веселый забег, но, блин. Вся защита, которая была, это святость, ерунда, и этот, как его там, защититься мы взяли. Слабость взяли. По-моему, класс шел неплохо. Ребят. Класс ничего не заруинил, на самом деле. По-моему, класс был нормальный. Я не думаю, что без глаза с этими же картами мы бы тут что-то сделали. А глаз прошел нам много боев так-то. Так что, простите, ребят. Локдоги, Вервульф, простите, я старался. Глаз шел ужасно. Да, но мы убили всех элиток на третьем этаже. Чё? Я трех элиток завалил на третьем этаже. Чё плохого-то? Глаз отлично работал. Чё тебе еще нужно? Трех элиток убили, босса убили. Хороший глаз. Не надо тут. Не надо ругаться на мой глаз. Поехали лучше. Глаз. Неважно. Неважно, победил ты или проиграл. Неважно, по три у тебя карты или по одному. Важно то, что полный стакан. Независимо от того, выигрываешь ты или проигрываешь. Главное, чтобы у тебя всегда с собой был полный стакан хорошего настроения. Настрой на победу. Главное.